Здесь расположены каскадные водопады. Вот они там внизу. Я боюсь высоты, не буду дальше показывать. Однажды здесь купался один мальчик, спрыгнул туда вниз, ударился головой об камни внизу и умер он. Прямо вот здесь. Это мне рассказал дедушка. Мне хотелось, чтобы я тоже тут прыгал. Наверное. Чего? А-а-а. Да, красиво вижу. Ай-яй-яй-яй. Это купол старинный какой-то. Церковь. Здесь также продолжается эпидемия коронавируса. И поэтому здесь пустой везде. Никого нету. Народа никакого. Это все связано с коронавирусом. Да, красивые здесь каскадные пруды. Водопады каскадные тоже довольно хорошие. Но больше всего здесь мне нравится это мои ботинки Лакоста. Limited Edition. Шучу, конечно. Ну что тут еще можно поснимать? Там тоже соборы, здесь везде за городом, и тоже красивая очень местность. Тут я мало чего знаю, это в Питере, я могу там как бы рассказать что-то. Тут я плохо ориентируюсь. Незнакомая местность, ничего здесь не помню, я здесь была в детстве только, поэтому. Вот так.